Зато уже теперь, ну я так научился, что могу отпилить хоть 15 на минуту. Зачем люди носят лишние ноги? Они неудобные и мешаются в транспорте. Кроме того, их кусают бульдоги. Подумайте сами, зачем вам это надо? Приходите к пилоногу, обращайтесь к ногопилу, он отпилит вашу ногу, и заживете вы счастливо. Вы сэкономите большую кучу денег, не покупая штаны и ботинки, и сразу же решится вопрос с лишним весом, и вам не нужно будет жрать гербалай. Это не больно, не переживайте, 4 секунды и нету ноги. Не теряйте время, а скорее приходите, а если не придете, то вы все дураки. Приходите к пилоногу, обращайтесь к ногопилу, он отпилит вашу ногу, и заживете вы счастливо. Отпиливать ноги в домашних условиях я бы никому из вас не советовал. Вы можете стать на всю жизнь инвалидом. От этих подлых ног всего можно ждать. Приходите к пилоногу, обращайтесь к ногопилу, он отпилит вашу ногу, и заживете вы счастливо. Приходите к пилоногу, обращайтесь к ногопилу, он отпилит вашу ногу, и заживете вы счастливо. Живете вы счастливо.